Приветствую всех. Сегодня у нас краткий обзор пары изданий фильма «Рэмпейдж». В принципе, в 2018 году вышел вот фильм «Дуэйн Скалой Джонсоном». «Рэмпейдж» довольно-таки симпатичный, фантастический такой, ну, можно даже сказать, приключенческий фильм. Ну, в принципе, два издания. Сейчас давайте сначала одно. То есть, ну вот, значит, есть издание, где диск 4К с русским языком. То есть это американское издание. В принципе, такой диск выходил с таким же полностью содержанием в России. Ну, диск полностью идентичен этому, да, то есть языки, все, то есть полностью такое же. Единственное, что в России, Rampage, естественно, и вот сзади аннотация, все написано на русском языке. Ну и там выходил только один диск. Здесь вот два диска в комплекте, да, вот 4К и простой Blu-ray. Вот. Ну, в принципе, покупалось из-за 4К диска. Вот. Ну, фильм мне нравится. И, значит, еще хотел показать, кроме этого, значит, есть такое коллекционное издание. Ну, в принципе, оно пока одно, такого типа. Это вот известная всем коллекционерам компания HDZ выпустила вот такое издание. Оно запечатано, я его не распечатывал, пока распечатать не планирую, поэтому только внешне покажу, как он выглядит, да. Ну вот все еще наклеечки на месте, оно запечатано. Вот, довольно-таки симпатичный и глубокий лентикуляр. Ну, то есть арт практически на всех изданиях, которые выходили, вот такой арт. Но только здесь видите лентикуляр, что намного симпатичнее. Ну, сзади нет лентикуляра. Здесь еще какой-то вариант интересный арт предоставлен, который, скорее всего, эксклюзивный. Но, может быть, где-то еще появится на каких-то изданиях. Ну, я пока не видел в других местах. Вот такое интересное издание. Здесь диски 2D и 3D, только два диска в этом издании. И, ну, они, кстати, тоже с русским языком. Ну, видите, значок 3D, тоже там 3D диск есть. Ну, здесь еще папка с дополнительными материалами, карточками. Ну, вот издание запечатанное, к сожалению, показать вам не могу. Ну, вот папочка вот эта с доп. Материалами. Здесь стилбук с этим фильмом и с двумя дисками. Вот это издание от HDZ, известный уже производитель. Ну, оно выпущено всего лишь в количестве 300 штук. Ну, вот это 191 номер у меня из 300. Вот, но, в общем-то, издание очень симпатичное, то есть, лентикуляр прикольный. Вот такие вот издания по фильму «Рэмпейдж» выпущены, более интересного плана. Понятно, что выходили и в России простые 2D, 3D диски там комплекты. Эти поинтереснее немножко будут. Ну и прежде всего вот «Рэмпейдж» с русским языком. Вот. Ну, на этом все. Такой вот обзорчик. Очень краткий, ознакомительный. Всем спасибо. Всем пока.